дошел до пляжа. Лунный свет, Moonlight. Тут песчаный пляж, единственный в Кемере. Вот тут раньше спуска не было, сейчас спуск поставили. Хотя там песок дальше. А нет, там галька вообще-то дальше. Пляж песочный, а там дальше галька. Все затянуто сегодня дождем. Там горы интересные. Надо узнать, продаются морские прогулки или нет. Вода терпимая, можно плавать. Вот тут даже не один вход, много входов. Самое прикольное, это что нет снега и пахнет всякими пряностями, деревьями. Вообще. Да, вода нормальная. Теплее, чем в декабре. В декабре-то вообще, конечно. В декабре только перед Новым годом, за неделю до Нового года всегда приезжал. Ну и в ноябре вообще-то, в 18-19 приезжал. В ноябре только в Аланию. Там, скорее всего, теплее, может, на 1 градус вода. Сейчас зайду, отмечусь. А это что-то как будто бы черепаха какая-то. Так, где он переодевал-то, блядь? Я уже не помню. Это была переодевалка, а вон они переодевалки. Все нормально, там душ есть. Это колонка забыл. Или что это такое там? Чай не допили. Ладно, пойду купаться, как хотел.